дорожки первой пары представителей Соединенных Штатов Америки. Please welcome Jonathan Toban. Coming up on the outer lane, representing Germany. На наружной дорожке в первой паре представитель Германии Константин Гёцсе. Coming up on the inner lane in the second pair, representing the Czech Republic. На внутренней дорожке второй пары представитель Чешской Республики Лукаш Стекли. Coming up on the outer lane, representing Belgium. На наружной дорожке второй пары представитель Бельгии Джосан Саттлс. Go to the start. Стартовал третий квартет. Тобан opening time 19.5. Гёцсе 19.6. Разбег 200 метров. Тобан США 19.5. Гёцсе 19.6. Саттлс opening time 19.5. Стекли 19.6. Такой же разбег у участников второй пары. Первый круг прошли участники первой пары. In the previous quarter, the best results were shown by representatives of USA. Kissia Dawson, his result 3:53.27. And the second best result at the current moment was shown by Eve Fairhear, 3:53.64. Тобан США. Очередной круг 31 секунда ровно. Гёцсе, Германия 31.6. Тобан left time, 31 flat, Гёцсе 31.6. Во второй паре лидирует бельгийский спортсмен. Скорость одинаковая 31.1 Стекли, Бельгия. Саттлс 36. Саттлс left time, 30.6, Стекли 31.1. Тобан lap time 31.2 and Гёцсе lap time 32.2. Тобан США очередной круг 31.2. Гёцсе Германия. Саттлс lap time 30.9, Стекли 32 flat. Лидер второй пары Саттлс Бельгия 31.32 ровно. Стекли Чехия. Тобан лидер первой пары США 31.6, 32.4, Гёцсе. Тобан left time 31.6, Гёцсе 32.4. Three laps to go for the second pair. Саттлс left time 31.7, Стекли left time 32.8. 31.7 лидер второй пары бельгиец Саттлс идет по третьему графику 32.8, Стекли Чехия. Тобан США лидер первой пары 31.5 за два круга на финише. Гёцсе 32.6. Two laps to go. Тобан lap time 31.5. Гёцсе 32.6. Саттлс Бельгия лидер второй пары 31.9. Это уже пятый график из проведенных забегов 33.5 Стекли. One lap to go for the first pair. Тобан leading in the race. His lap time 31.9. Гёцсе lap time. Последний круг пошли участники первой пары 31.9 Тобан США, 32.9 Гёцсе Германия. One lap to go for the second pair. Саттлс lap time 32.1 and Стекли lap time. One lap to go. На последний круг пошли участники второй пары лидер бельгиец
Саттлс 32.15, 33.4 Степли, Чехия. Финишировал лидер забега Тобан США 4:01.02. 4:05.77 Гетце, Германия. Во второй паре победу одержал Саттлс, Бельгия, 3:59.89. Это шестой результат из проведенных забегов. 4:06.99 Стекли, Чехия. Ladies and gentlemen, we continue with the fourth quartet. Мы продолжаем соревнования, представляем участников четвертого квартета. Камера Панзейна Лейн in the first pair, representing Japan, Russian Federation. На наружной дорожке в первой паре представитель России Александр Дагаев. Камера Панзейна Лейн in the second pair, representing Japan. На внутренней дорожке второй пары представитель Японии Цубаса Хорикава. Камера Панзаути Лейн, representing Norway. На наружной дорожке второй пары представитель Норвегии Санде Айтри. Down to the start. Therefore, quoted now on the distance, and we introduce the results of the previous one. Jonathan Tobin finished with the result 4:01.02. Konstantin Gotze 4:05.77. The result of Lukasz Stekli 4:06.99, and Jason Saddles finished with time 3:59.89. Opening time of the first pair Marina 19:06, Dagaev 20.1. Horikawa opening time 19:04, Aitrim 19.7. Первый круг лидера первой пары Марина Япония 29:08.34, Дагаев Россия. Во второй паре Хорикава 29:08.29.6, Aitrim Норвегия. Lap time of Aitrim 29:06, Horikawa 29:08, and it is the best schedule at the current moment. 29:07 круг лидера первой пары Марина Япония идет по лучшему пока графику. 30:08 Дагаев. Хорикава 29:07, такое же время круга показывает и Aitrim Норвегия. Lap time of the second pair 29:07, and Horikawa now is going with the fastest schedule at the current moment. Marina lap time 30.1, Dagaev 30.8. Лучший график на текущий момент показывает Марина. Япония 31:38, Дагаев. Упорная борьба во второй паре. Хорикава 29:07, Aitrim Норвегия 29:08. Это первый и второй график из проведенных забегов. А Марина из первой пары 30:05. Дагаев 36. Three laps to go for the first pair. Марина lap time 30.5. Дагаев 30.6. А лидер второй пары Хорикава, Япония. Харикава lap time 39.9, Aitrim 30.7. Харикава 29.9, лучший график 37, Aitrim, Норвегия. Марина lap time 31.1, Дагаев 30.9. Время круга Марина, к сожалению, падение у японского спортсмена. 31.1, 39 было Дагаева. Horikawa lap time, two laps to go, 30.2, Aitrim lap time, 31.2. Лучший график показывает Horikawa, Япония 32, его очередной круг Aitrim, Норвегия 31.2. Последний круг
One lap to go for Dagaev, and his lap time before the final lap, 31-1. 31-1 Dagaev, предпоследний круг. Horikawa lap time 30.6, and he's leader of the race with the fastest schedule at the current moment. Horikawa лидер на текущий момент, предпоследний круг 36, I3 Норвегия 32.3. Финиширует Дагаев, лидер первой пары, 3 минуты 56.31, третий результат из проведенных забегов. Лучший результат из проведенных забегов показывает Харикава, становится лидером соревнований, спортсмен из Японии, 3 минуты 51.18, пятый результат, у Айтрим Норвегия, 3.56.53. Ladies and gentlemen, the final quartet in the distance now, and in the previous quartet, Tsubasa Horikawa finished with the best result at the current moment, 3:51.18. Стартовал сильнейший заключительный квартет, в нем лидеры общего зачета, по 140 очков они Матанага Арито, Рио Алдошки и Джорди Иван Горку. Холка лап тайм 30.4, Холмборком 30.6. Колса в Норвегии 34, Холмборком в Нидерланды 36. Алдошкин лап тайм 29.2, the same лап тайм for Арита. Одинаковое время круга показывают Арита и Алдошкин, 29.2. Первый парень лидирует норвежский спортсмен, 36. Ван Горком, Нидерланды, 34. Ван Горком, лап тайм, 30.4, Босхолк, 30.6. Лап тайм, Алдошкин, 29.8, Арита, лап тайм, 29.7. Лидер второй пары, Алдошкин, 29.8, Арита, Япония, 29.7. Лидер первой пары Москва, Норвегия 32, Ван Орку, Нидерланды 36. Москва, топ-тайм 30.2, Ван Орку 30.6. Алкошкин, лап-тайм 30.5, Арита, лап-тайм 30.5. Лучший график пока показывает Алкошкин, Россия 30, ровно 35, Арита, Япония. Время круга Косхауга, лидера первой пары 30 ровно, 36 Ван Горку, Нидерланды. Лидер второй пары Алдошкин. Алдошкин leading now in his race, his lap time 29.7, with lap time 30.5. Лучший график показывает Алдошкин 29.7, время круга 35, Арита, Япония. 2 laps to go, Kronskopka leading his race, his lap time 30.2, Ван Горком 31.1. Kronskop лидер первой пары 32, 31, Ван Горком, Нидерланды. 2 laps to go, Ван Горком, his lap time 29.7, and his lap time 31 flat. По-прежнему лучший график показывает Ван Горком. 29.7 его очередной круг, 31 секунда ровно. Арита, Япония. Первая пара пошла последний круг. One lap to go for the first pair. Kronskopka the lap time 30.4. Ван Горком 31.4. Последний круг прошел лидер забега Алдошкин. Kronskopka, коллеги, 34. И последний круг 31.4. Ван Горком, Нидерланды.
Elbow block time 30.2, Arika 31.5. And now reverse of the first pair, finishing. Ева Зефер выигрывает под столом коллеги со вторым результатом 3 минуты 52.21. Финиширует лидер забега Алтошкин. Результат победителя 3.48.36. 3 минуты 55.94 в Амборгу, Нидерланды, 3.54.15 Арита, Япония. Таким образом, победителем забегов у юниоров на 3000 метров становится Даниил Алтошкин, Россия, 3.48.36. Второй результат. Второй результат показывает Цубаса Корикава, спортсмен из Норвегии. Педер Костау, 3.52.21. Таковы призеры наших забегов юниоров на дистанцию 3000 метров. Технический перерыв и к месту старта будут приглашены мужчины неосеньоры на дистанцию 23000 метров. Ladies and gentlemen, we interview the first product. Coming up on the inner lane in the first race, representing Belarus. В первом заливе на малой дорожке представители Беларуси Алексей Кирпичник. Coming up on the outer lane, coming up on the inner lane in the second pair, representing Belarus. На внутренней дорожке во второй паре представители Беларуси Егор Домрацкий. Coming up on the outer lane in the second pair, representing Kazakhstan. На наружной дорожке во второй паре представителей Казахстана Анвар Мухамедиев. Time 4:05.02. The best result
was shown by Bette Stadler, 3:53:52, and Wilhelm Eckenskart finished with time 4:04:83. Итак, до последнего круга лидером был Алексей Бердичкин. Финишный круг лучше удался. Медали цвета.